Генеральная репетиция летнего настроения. Так в народе назвали пробный запуск городских фонтанов. Проверить готовность и дать старт сезону фонтанов приехала глава Самары Елена Лапушкина. Пробный запуск фонтанов состоялся без сбоев. Проверили сейчас 30-летие Победы фонтана. Вот здесь на ЦСКА ВВС фонтаны. Сегодня мы тестируем абсолютно все фонтаны. И 1 мая... праздничный день. С 9 утра наши фонтаны начнут работать уже в летнем режиме. Радуемся и ждем. Встречаем весну. Город как никогда готовится к празднику. Все его ждут. Тем более 10 дней выходных. Всем добра. Обязательно ждем. Ждем, конечно. Сразу придем, приведем друзей. Да, посмотрим. Будем смотреть на фонтан. Все городские фонтаны перезимовали нормально и пусконаладочную апробацию прошли без сбоев. Расконсервация. В течение зимы идет ремонт насосов, электродвигателей, электрооборудования, ну и также светильников. И по началу сезона, весеннего сезона, устанавливаем все на место, ревизируем насосы, прессуем трубопроводы, также ремонтируем запорную арматуру. С этого сезона радовать горожан будут и два новых фонтана по улице Авроры и в сквере Речников. Ольга Павлова, Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.